Дорогие мои друзья, всем привет! Всех поздравляю с 2020-м! И на этот Новый год делаю замечательный царский салат. Курица с ананасами и маринованным луком. Ребята, я взял куриную грудку, она у меня еще на кости, я ее отварил. Там мясо получится где-то 400 грамм чистого веса. 500 грамм у меня ананаса, сочного, классного в кусочках. Потом банка кукурузы, сладкой, отличной кукурузки, где-то 340 грамм. Потом для этого понадобится мне луковица, где-то грамм 220. 6 отварных яиц. Стакан сахара, ну где-то грамм 150. Уксус, у меня яблочный. И, конечно же, майонез. Я первым делом хочу замариновать лук. Итак, сразу маринад делаю для лука. Сахар 150 грамм. Сюда же наливаю этот же стакан. Ну, тут получается 200 грамм для жидкости. Вот так вот уксус. И стакан воды. Немножко размешаю, пусть сахарок растворится. И пока в стороночку. Теперь, ребята, беру лук. Одна луковица напополам, вот так вот. И теперь тоненько-тоненько мне нужно ее нарезать полукольцами тонкими. Лук замаринуется вот такой сладенький. Горечь с него уйдет. Видите, сахар еще немножко не растворился. Вот так его подмешать, чтобы он как можно больше растворился. Можно для того, чтобы сахар растворился, можно сразу взять тепленькой воды, залить сахар, сахар растает, потом добавляете уксус и, соответственно, лук. У меня просто теплой воды не было, можно было поставить, но как-то не подумал вовремя. Все. И сюда, ребята, погружаю лучок. Вот так вот. То есть лук этот в маринаде у меня будет там 15-20 минут. Сколько я буду с мясом возиться, покуда я его очищу. То есть мясо я не буду ножом резать, да, кусочками. А именно буду волокнами рвать его. Потому как сам по себе салат сочный, и когда мясо буду рвать волокнами, оно будет впитывать эту жидкость салата в себя мясо. И не будет таким образом стекать, и получается очень сочный салат. Все, лук отставляю и занимаюсь курицей. Так, моя задача сейчас снять кожу с курицы. Она у меня еще еле теплая. Я ее варил где-то около часа, эту грудку, и отсоединить, видите, от кости. Так, беру кусочек курицы вот так, и вот так ее на волокна разбираю. Чем хорошо ее не резать, я уже говорил, то что салат будет сочным. И ананас, там, и кукуруза, и майонез, и все в итоге дает жидкость, да? Вот. Появляется сочность салата. И вот такое мясо волокнистое, оно хорошо держит эту влагу в себе. Видите, как оно получается? Вот так вот. И так разбираем всю курицу. Видите, минут 10-12. Я разобрал эту филешку,
Двойная же у меня была, вы видели. Ну, вот такие волокна. Яйцо режу напополам. И вот так вот. Половинку на три части. И теперь он такой, как бы соломка, знаете, стараюсь срезать. Так вот. Раз. Два. Итак, у меня все готово. Яйца, ананас, кукуруза, куриное филе и лук, который был замаринован. Я уже его отцедил. Слегка его промыл. Вообще чуть-чуть. Отцедил хорошо жидкость. И все. Теперь собираем салат. Друзья мои, посуду беру глубокую, для того, чтобы мне было удобно перемешать салат. И так его сильно не давить, знаете. Поэтому, чтобы ему было место, так сказать, пространство. Высыпаю сюда куриное филе 400 грамм. Уже чистого куриного филе 400 грамм. Разобранного на волокна. Ребята, если будете такое делать салат, не поленитесь также разобрать куриное филе вот на такие волокна. Вы просто ахнете от такого салата. Сюда высыпаю яйца. Совсем чуть-чуть подсолю. Потому как мясо, когда варилось, я его подсолил. Сюда высыпаем лучок. Сюда высыпаем ананас. Ну и, конечно, кукурузку, ребята. Совсем немножко молотого черного перца. Чуть-чуть, немного. Видите, какое сочетание? Ананас, маринованный лук, сладкое, чуть с кислинкой, перец. Салат, пикантность. Теперь все это хорошо перемешаю. Ну и все, осталось добавить только майонез. Добавляю майонезик. Все хорошо перемешать. Салатик у нас получается. Друзья, итак, курица с ананасом и маринованным луком. Сочный, вкусный салат. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.